вот, мы приехали в парк Фантастик. И здесь очень-очень много развлечений. Мы сейчас посмотрим. Мы здесь еще, кстати, ни разу не были. Посмотрим, что здесь есть. Здесь есть лошади, можно покататься. Здесь есть завтрак. Вот первым делом мы хотим позавтракать. И я вам покажу настоящий турецкий завтрак. Пойдемте. Ребят, мы уже пришли в парк Фантастик. Здесь есть место для кахвалты, то есть для турецкого завтрака. Мы заказали на двоих человек. Это огромный-огромный завтрак с безлимитным чаем, множество оливок, маслин, сыров. В общем, сейчас нам это все принесут, накроют наш столик вот здесь вот. И мы с вами будем завтракать. Я покажу вам всю эту красоту. Смотрите, наш завтрак уже принесли. Это на два человека. Турецкие лепешки, которые они кушают на завтрак. Пекмез, это такая вот сладкая штука, я даже не знаю, как вам правильно объяснить. В общем, едят после всего того, что вы покушали, это как бы на десерт. Разные виды сыров, яичница, маслинки, черные, зеленые, мед, шоколад, еще один желтый сыр, кошар, пейнир его называют, огурцы, помидоры, хлеб, шоколад, сосиски, маленькие сигары берек. Картошка для завтрака. Это такая вот паста, она сделана из томатов, перца и еще чего-то. В общем, очень-очень вкусная паста для завтрака. Кусочек масла и, естественно, безлимитный чай. То есть мы сами себе наливаем, захотим еще, нам еще принесут. Мне и вам приятного аппетита. Мы будем кушать. Маечка, как завтрак? Thank you.
kız olduğunu görüyoruz. Fazla korkmuş görünüyor. Şöyle. Yani su kaplumbağası değil, kara kaplumbağası. Çok tatlı. Onu serbest bırakayım. Ради видео, просто ради себя, ради интереса. В общем, мы это будем делать с дочкой вдвоем. Поехали. Вот так это все происходит. Надувают шар. Кстати, нас предупредили, что если есть астма, не разрешают залазить в этот шар. В общем-то, вот так вот. Будете знать. Я, например, этого раньше не знала. Ай, как здорово! Ellem abla çekil. Bırak abla. Красота.